Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики, с вами, как всегда, я, Леха Смертник, и сегодня мы пытаемся полностью пройти игру Hello Neighbor Hide and Seek за 1-3 CS. Посмотрим, сколько нам времени на это понадобится, мне самому интересно. Ну, как обычно, глядим, пока нам будет дельничать. Соответственно, не будем пропускать какие-либо катсцены и так далее, просмотрим их полностью. Это все-таки не спидран, это, скажем так, первое будет полное прохождение. Ну, именно одним залпом, конечно же. Так, Бэб, задержи его, я в шкаф спрячусь. Конечно, мне спрятаться больше некуда, как в шкаф. Петь, а как ты меня находишь постоянно? Я же такие места выбираю, прям отличные. А ты меня все ищешь и ищешь. Надо было под шкуру медведя напрятаться, поздно подумал. Так, все, ладно, ты голи здесь, я пошла в тропики. Так, все, да, давай, побежали отсюда куда-нибудь. Так, малой, а ты, собственно, где сам? Говорун, я у вас тут игрушку отдал. Не-не-не-не-не-не, даже не думай. Во, молодец, туда и прыгай. Мне просто камень надо было забрать. Так, все, бежим. Игрушку скинем сразу. Куда ж без этого? Фига ты какой быстрый, да только правильно ты ж мальчик. А я девочка. А часики-то тикают. Недолго, наверное, ему у меня тикать осталось. Так, все, он, походу, отстал от меня. Он тоже посмотрел на часть и говорит, пора, говорит, пойти полежать, поспать, еще какими-то такими делами позаниматься. Так, как здесь наверх-то залазить? Постоянно забываю. Так, стой. Стой. Что-то я явно делаю здесь не так. Так, сюда. Там выше, все выше, выше и выше. Все, в горы почти забрались уже. Так, сюда. Отлично. Да куда ж я постоянно лезу-то? Не могли диван пониже поставить? Тут здесь постоянно приходится ходить. Ой-ой, кто-то что, не падай. Так, вот он, камешек наш. Камень нам нужен, камень нам пригодится. Да ты что, сейчас упадешь, собьешь кого-нибудь? Как я вообще такая маленькая, поднимаю такой здоровенный камень, для меня, наверное, всегда останется загадкой. Так, подожди. Так, тебя закрыть. Тебя выкинуть. Так, и тот закрыть. Ну где ты опять? Ты маленький негодник. Хватит за мной бегать постоянно. Бегает постоянно, что надо ему от меня. Мячик. Зачем мне мячик? Мячик мне не нужен. Забрали еще один. Давай сразу здесь поставим, чтобы барсуки не вылазили. Прикроем его многоходовочку. Так, раз. Так, это у нас здесь. Оно свалило отсюда куда-нибудь. Два. Отлично. Так, а где малой? Петруха, ты где бегаешь-то? Так, это тоже прикроем. Так, а где у нас, кстати, шкафчик-то был? Где там эта вся штука открывалась? Постоянно его... А, вон оно. А то вечно его найти не могу что-то. Так, взяли. И побежали. Побежали сразу, сейчас заберем дальнюю игрушку. Заберем слева жирафа или что там за что. Да не беспокойся, я не по твою душу. Больно ты мне нужна, птица-говорун. Отличаюсь умом и сообразительностью.
Носорог. Отлично. Это ведь носорог. Насколько я разбираюсь в носорогах, это похоже на носорога. Так, падай. Так, все, отличненько. Так, здесь надо чем-нибудь заставить. А есть что-нибудь, что взять-то? Нужно сюда что-нибудь поставить. Ничего не могу найти. Постоянно, вечно ничего не могу я найти. Ты где? Малой, ты где? Так, ты вон где далеко. Ну, ты бегай там далеко, ко мне не подходи. Я не имею желания с тобой общаться. О, фига ты как умеешь. Так, а ну, пошла отсюда. Оп-оп-оп-оп-оп, стоять! Стоять бояться! Так, пойдем наверх, я думаю, он сюда за нами не забежит, по крайней мере. Нет, нет, не забежит. Так, воду дади, малой, смотри, не потони. Ты что, на птицу пошел, на охоту, что ли? Давай иди, главное, ко мне не подходи. Так, коробочки, коробочки нам пригодятся. Стой, а, кстати, а где у нас мясо-то появилось? Ну, где-то мясо должно было появиться. Я забыл только где. Он где-то в другом месте. Малой, ну хватит, хватит за мной бегать уже. Ты меня смущаешь. Все, я в домике в лесу. Уходи, вон, дальше там кого-нибудь преследуй. Постоянно кого-то преследуешь. Стой, здесь, по-моему, мясо должно быть. Да, вот оно, мясо у нас есть. Так, а нафига я отсюда-то сейчас снял? Ну ладно, снял отсюда, так отсюда. Невелика потеря. Так, я все, надеюсь, заставил, да? Оп, нифига ты меня почти поймал. Малой, не надо меня ловить. Я тут важными делами, между прочим, занят. Так, мне скинуть надо. Так, сейчас скинем заодно сразу. Льва вытащим. Вот эту фигню можно выкинуть. Малой, все, уходи. Тих. Все, охота закончилась. Вон, иди там за игрушками охотись. Что-то надо от меня постоянно. Так, Лёва, Лёва, давай выходи. На, вот тебе кусок мяса, есть будешь. Будешь большой и сильный. Не, я тебя обманул, тем более ты игрушка. Как ты будешь есть мясо, ты ведь игрушка. Действительно. Так, давай, 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 полетели наверх. Тогда там заберем все сразу. Так, полетели. Вот это нифига себе мы прилетели. Так, слишком-слишком много игрушек. За яйцом летишь. Да на тебе твое яйцо. Молодец вообще. Я застрял. Ворона, иди спасай меня. Меня здесь твоя птица Говорун, родственница, поймала. Все, да, давай, поехали куда-нибудь отсюда. Так, надо все скинуть сразу. Это места не хватит. Все с собой перетаскивать в таких больших объемах. Так, 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 так. Так, вон он у нас. Сейчас мы вернемся еще. Да что ж ты там делаешь-то? Давай, давай, уходи отсюда. Че ты мне здесь малину все портишь? Вроде спиной идет, по крайней мере. Надеюсь, не увидит. Хотя уже не важно, в принципе.
Так. Так, нам нужно туда. Так, а где малой? Он куда-то сюда как раз пошел. Опа. Этого не забываем. Нам пригодится. Летим наверх. Отлично, долетели. Так, здесь у нас где-то игрушечка на дверце, по-моему, одна. Забираем. Забираем ствол. Возвращаемся наверх. Подстреливаем птицу. Идем, ну охота на дичь, это надо бы. Нифига она в каске летает. Да блин. Надо как-то нацелиться хорошо так. Только куда ты улетаешь-то постоянно? Так ладно, сейчас у меня получится. Ну, прям между пуль пролетает. Ты что, матрицу что ли пересмотрел или что? Уже который раз. Все, теперь будем здесь стоять 10 минут и пытаться попасть. Сейчас просто один точечный выстрел решит ее судьбу. Отлично, вот это да, вот нифига себе, красавчик. Мне кажется, это дело вообще точно лайка заслуживает. Однозначно. Я вот прям как сказал, так и сделал. Пацан сказал, пацан сделал, так что все отлично. Так, подожди, у нас здесь куда наверх еще можно подлететь? Понять не имею, куда-то можно. Так, давай эту штуку откроем. А что за... А, все, понял. Нет, ну что-то взять пытаюсь. А здесь-то я здесь ничего по сути не могу. Мало, я в домике. Все, вот уходи, а там бегай с кем-нибудь играй. С животными, так сказать, с кем хочешь. Так, первый, второй. Так, я уже забыл куда. Так, мне в ту сторону нужно. А малой как раз туда пошел. Он что-то сел там, отдыхает, что ли, или чем он там занимается? Отдыхает, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что ж творится-то? Малой! Нет! Все, уходи давай отсюда куда-нибудь. Уходи, кому говорю. Спиной ко мне уходи, а не боком. Да как ты меня замечаешь постоянно? Я сам-то нифига не вижу, а ты меня замечаешь. Блин, чуть перелет не получился. Так, ворона, я вызываю тебя. Давай, для тебя есть дело, лети за мной. Я маленькая девочка, мне нужна твоя помощь, срочно. Отлично, ты всегда мне помогаешь. Спасибо, ворон. Ворон, воронок. Ружье-то мне, в принципе, больше и не нужно. Так. Все, теперь давай полетели. Давай наверх сначала залетим. За слоником. Слоник нам пригодится. Потому что перелета не было, его и нету, отлично. Так, забираем. Перейдем сюда, забираем носорога. Носорога забрали, отлично. Так. О, малой вон опять бегает. Малой, ну хватит петь, Петя. Петруха, ты ж намокнешь, мама потом стирать за тобой все будет. Крадется куда-то тигр прям. За дичью пошел. Ну куда он делся? Он идет.
Так, а сколько у меня игрушек еще осталось собрать, я уж не помню. Так, мне мартышку еще надо, точно. Подожди, она что, выше, что ли, была? Стой, а где игрушка отсюда? Что за фигня? Куда игрушка делась? Она здесь должна быть. Ты куда я полетел-то, ё-моё? Ладно, пойдем сюда. Я ведь ничего не путаю, надеюсь. Я оно сейчас собью. Так или это последний все-таки будет? Отлично. Я почему-то думал сверху еще игрушку, но это, наверное, малой меня ловил и туда прятал. Малой, хватит прятать твои игрушки. О, мама! Наконец-то! С мамой покушаю, с папой Васильичем. Так, мне что, чайную ложку, что ли, дали? Дай мне нормальную ложку. Хочу нормальную ложку. Да-да, давай махнемся с тобой. Отличненько. Поменялись. Тун-турун-тун-тун-тун. Опа-на! Опять меня поймали на горяченьком. Как ты каждый раз умудряешься это делать, так? Все, сдаюсь! Слушай, а ты меня что, с пальца целишься, что ли? Так неинтересно. Ну у тебя палец реально, как ты меня с пальца убьешь? Все, да давай, считай, Гали, я это... Пошла. У меня ноготочки красивые, я грабительница. Первого класса, так ты вон где стоишь. Не хочу даже к тебе подходить. Так, побежали искать золото. Нам нужно много золота. Так, здесь есть золото? Или туда только малой золото прячет? Оп, имеется парочка. Отлично. Так, надо бы где-нибудь. Опа, ребята, а чё стоим здесь? А почему один мешок, а второй куда дели? А здесь два, главное. Ладно. Неважно, потом разберемся. Так, надо что-нибудь поменять куда-нибудь. Аварию небольшую строить. Понятия не имею, что я только что сделал, но я что-то сделал. Так, надо скинуть награбленное. Так. Вас я потом поймаю. Так, а где у нас здесь? Да хватит ты свистеть-то, денег не будет же, кому говорю. Так, раз, два. Чё-то здесь как-то не густо, я смотрю, золотом-то. Ты там чё, с пончиком ходишь, ничего не делаешь? Вообще бездарный какой-то. Все, вызывает подкрепление, надо быстрее валить отсюда. Сейчас поймают меня на горячем. Ну-ка, стоять, бояться. Так, все, я спрятался. А ты что не видел, как я залез в ящик в почтовый? Смотрю, он как-то реально не отличается умом и сообразительностью. Мне, может, золото подкиньте, нет? А я тебя так не догоню. Надо вам аварию небольшую устроить. Так, он куда ушел? Вон там ходит. Ну ладно, там и ходи дальше. Я пока здесь своими делами позанимаюсь. Какими-нибудь. Понятия не имею, какими. Так, вот у нас как раз две машины. Так.
Ты должен отсюда вот сюда ехать. Нет. Оп-оп-оп. Хватит свести, денег не будет. Да, налево вам надо заворачивать всем. Какую-то фигню сделал, ну да ладно. Так, здесь у нас как раз мешочек же золотом оставался. Да так бы забыл бы про него и все. Кто я без своего золотишка-то? Никто, по сути. Так, вон бегает где. Ищет меня, походу. Опа, в мою еще сторону бежит. Не надо бегать в мою сторону. До добра это точно не доведет. Так, а там же где-то как раз закоулочек был, куда можно было в самый конец прям пустить их и все. Поезда. Так, сейчас мы найдем этот закоулок. Опять там что-то происходит. Почему постоянно что-то где-то происходит? Так, сюда я пока не пойду, у меня руки не полностью свободны. Так, здесь, здесь... А, ну давай здесь оставшиеся соберем сразу. Раз уж пока здесь равно. Так, первый, второй, третий, четвертый. И там еще один есть. Какой инцей? Ты на каком языке разговариваешь? По-русски говори. Хватит свистеть, сколько повторять, денег я буду свистите, 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 свистите. Что с вами делать-то, а? Так, а он где, вон он? Он меня найти пытается. Как-то не особо он меня видит, я смотрю. Так, пойдем в банк сразу. С банка сейчас все понатаскаем. Сейчас он все равно пока добежит до него. Чик-чик, стоять, стоять, это ограбление. Ограбление века. Два. Три. Четыре. Так, мало я тут. Надо все открыть. Чтоб в следующий раз попроще было. Опа-оп-оп-оп. Малой, давай. Круговорот. А ты все на месте решил поставить, чтобы след. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига ты след не потерял, я смотрю. Ты прям на нюх за мной бежишь. Хватит, хватит за мной бегать. Откройся. Не открывается. Так, попытка номер два. Открылась. Ой-ой-ой-ой, что ж творится-то? Так, малой, пойдем вот сюда. И все, ты опять след потерял. Ты какой-то вообще не продвинутый, я смотрю, тебя так легко обмануть. Обманули, дурачка, на четыре кулачка. Так, ладно, я так больше не буду закидывать. Мне кажется, один куда-то улетел. Но там тройной дом с переворотом делает. Да хватит свистеть уже. Так, пойдем здесь до конца заберем. Сколько мы собрали-то и сколько нам осталось, еще интересно. Ладно, ладно, я вас понял, ребят. Так, а здесь, здесь. Вот, вот еще один, отлично. Надо сразу скинуть. Так, малого нет пока. Ничего страшного, я думаю, если я буду запрыгивать через тачку. Так, где-то у нас был... А, вот он у нас тупик. Как раз. Нет, это не тупик. А где был тупик? Что, они прям в тупик заезжали и все? Там опять сигнал какой-то работает. Так, сюда больше никто не подъезжал. Да, никто не подъезжал. Так, здесь золотишко у нас нету. Так, Коляну сторожу я потом приду. Вообще не в ту сторону бегаю куда-то постоянно. Но ничего. Первый блин, как говорится, комом. Так, а вот-вот-вот сейчас вперед и слева будет тупик. А, кстати, вот, можно подождать. Это, вы можете развернуться, пожалуйста? Как-то по-другому, что ли, ехать? Алло. Подожди, давай здесь повернем, чтобы он куда-нибудь прямо в мою сторону ехал. Нет, так это не работает. Во-во-во-во-во. Давай-давай-давай. Давай, сделай это. Сбей маленькую девочку. Отлично. Молодец какой. Сбил маленькую девочку. Нашел чему радоваться. Так, так, куда мне идти? Ну, куда-то надо идти, это однозначно.
все. Потом можно будет машиной все под откос спускать в тупик. И там все нормально будет. Так, а мне точно сюда? Да, по-моему, сюда. Или не сюда? Вот туда мне, наверное, нужно, да. Давай, оп. Так, я что, не долечу, что ли? Да нет, 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 нет. Я вообще победитель по жизни. Так бывает, что ли? Все нормально впрыгнул. Чуть не долетел слегонца. Ну вот теперь стоять здесь, ничего не делать, смотреть на прохожих. А вон машина еще одна едет. Давай только аккуратненько, чтобы я головой об фонарный стол вон там не ударилась. Давай. Оп. Отлично. Молодец. Работу на 5 делаешь. Правда, ты по городу просто катаешься. У тебя даже нет пункта назначения. Ты просто катаешься, реально. Непонятно зачем. Ждешь, пока тебя ограбят. По-любому в сговоре со мной. Я что, вообще уже, что ли, запрыгнуть не могу? Так, так, так. Так. Вот, теперь отлично. Теперь мы долетаем. Так, теперь идем. По кабелючкам. Нифига здесь сорваться ведь можно. Это очень печально будет, если отсюда сорваться. Так, ладно. Забираем два мешочка с деньгами. Забираем ключ. Отлично, у нас есть ключ. А нам, в принципе, ключ-то больше нафиг не нужен. Мы его просто выкинуть сейчас можем. Может, мы здесь сейчас все заберем и так, без ключа. А зачем открывать снизу? По-моему, нету мешочков с золотом, насколько я помню. Да, можно вообще не париться по этому поводу. Ключ клон туда куда-нибудь кину. Ну, я надеюсь, что нету. Ну, вроде нету, насколько я помню. Ключ еще куда-то он скинул, непонятно. Ну, снизу не было, все. Вопрос решен. Давай, летим отсюда. Фига себе, у меня прям ноги, как у кошки. Я падаю, хоп-хоп-хоп, и все нормально. Так, где у нас копилка? Да тихо ты свистеть, вы что, вы где свистки-то все взяли? Вы надоели уже, свистите и свистите. Тут реально весь город скоро из-за вас без денег останется. Хотя не из-за вас, из-за меня. Потому что я работаю оперативно. Так, ладно. Во-первых, так, давай мне подкинь, что не подкинешь, что ли? Ну ладно, как хочешь. Так, это у нас сюда. Так, ладно, давай сюда забежим. Почему бы и нет-то, в конце концов. Там как раз 4 мешочка. Это хорошо, что там 4 мешочка. И там ходит кто-то. Сейчас опять свистеть начнет. О, опять вызывает. Ты смотри, как какой. Раз, два. Сигналку врубили. Все, нас спалили, походу. Так, быстрее сваливаем отсюда. Сейчас контору прикроют всю нашу. Так, а где малой? Ладно, малой вообще там что-то не справляется со своими обязанностями шерифа местного. Вообще никак, я смотрю. Так, вот здесь как раз тупик, это сейчас сюда нужно будет вернуться. Так, а где моя копилка? Вот там, по-моему. Если я ничего не путаю. Нет, не там. Справа, может? Что-то я заблудился немножко. А, вот, сейчас на нее выйду. Вот, точно. Почему-то я думал, что слева, ну да ладно. Немножко обознался. Че, много тебе там еще мешочков-то надо, нет? Сейчас мы тут быстренько вам всем кислород перекроем. Вы все равно там по одной это ездите. Надо бы, кстати, сразу поменять. Так, машина мне больше не нужна, чтобы наверх залетать. Можно будет сейчас тогда банк грабить, а они пока поездят, здесь все врежутся. Вот так. А ты отсюда налево заворачивай. Все, две там встанете. Оп, первый уже на подлете. Давай. Давай, биткоин ты мои. Мне они нужнее, чем тебе. Все, конечная станция. Станция ограбления.
Лёха вас ждал. Так, где вторая машина? Всего две же ездит. Вон и вторая едет. Так, сейчас вы и налево поворачиваете. О, молодец. А как ты вообще налево поворачиваешь? Ты правила учил дорожного движения, нет? Ладно. Прохладно. Так, сюда еще нужно будет забежать, не забыть. Канби. Ой-ой-моё, бабуль, ты чё? Я прям вообще, я сейчас прям напугался тебя, знаешь, как сильно. Так, давай, давай, скидываем всё. Так, бежим теперь в банк. Опять в банке всё, забираем всё, что осталось. Так, я ограблю банк, это ограбление. О! А вот ты где был все это время. А я-то думаю, что тебя нет на улице. Надо было тогда все другое собрать сначала, потом сюда вернуться. Так, а я отсюда, надеюсь, смогу выйти. Я не буду к нему подходить. Еще и потом в банк вернусь сюда. Главное, что он здесь стоит, он мне тогда не будет мешать в остальных местах доставать ничего. Да она долго играть будет, нет? Давай уже это, открываться пора. Все, избушку на клюшку. Так, ладно, сюда вернемся. Так, здесь где-то место-то это должно быть. Вот, по-моему, вот в этом здании. Да, не ошибаюсь. Так, я надеюсь, пароль один и тот же. Я просто помню, что пароль был 137, по-моему. Если я ничего не путаю, лежит он вот там. Сейчас проверим заодно. Да, отлично. Так, три штуки. Все забрали. Так, а где мы еще не забрали? В банке мы, интересно, все забрали или нет? Сверху, по-моему, все. Тут все. А что там вообще осталось-то? О, это что, последние, что ли? Три? Да ну нафиг, не верю. Нет, еще где-то есть. С этой штуки я забрал. Мне кажется, в банке остался еще мешочек один. По-любому. Может, отовсюду я уже вытащил? Значит, банки последние. Сейчас надо будет там, когда воротина откроется, внимательно побегать и посмотреть. И забрать последний. И все. Может, я в прошлый раз бегал, непонятно, сколько он в банке последний был. Тачки всего здесь две ездят, насколько я помню. Нет, по-любому банк. Да, там один буквально остался мешочек. А, вот он вылетел просто. Нифига себе, я сейчас бегал бы, искал три года его. Так, последний? Отлично. Быстренько, оперативненько работаем. Хопа. Так, пора бы и пообедать пойти. Так, а где обед? Где папа Васильевич? Где мама? Непоняточки какие-то. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Стул упал. Плохой знак, однако. Так, ну где же папа с мамой-то? Чё-чё-то, жрать хочу. Так, надо пиццу позвонить заказать. Тоже занято. Пиццу не закажем сегодня. Жалко. Без пиццы. Вообще фигово. Опа-на, касочка. Ага, Перун будешь, да, бог огня. А я буду пожарницей. Буду все тушить. И не обращай внимания на мой хриплый голос. А, забыл. А, больно же. Так, перчаточку возьмем. Все, открыли. Так, ладно, перчатка мне все равно больше не пригодится. Давай, побежали по-быстренькому. Так, бежим, бежим. Ой-ой, ну вот что такое идеальное начало было. Все вот так прям чики-пуки и тут на тебе пролетел.
А теперь не долетел. Ну ладно, Бог любит троицу. Не знаю почему, конечно. Так, давай, полетели. Долетели. Поднялись. Да, Так, ладно, Лёх, не торопиться. Не надо торопиться. Тут... Хотя как не надо торопиться, я пожарница. Здесь люди, между прочим, горят. Человечки, чебуречки. Так, давай, сюда залезли. О. Я пытаюсь прыгать. У меня ноги просто отказывают. Что-то много набегало. Вот они отказывают. Здесь баташки тем более тяжелые. Сколько можно-то реально? Да это все, это какой-то фиаско. Это я просто сейчас трачу минуты три на ровном месте. Я никуда не могу допрыгнуть. Это, может, магия какая-то? Петрук, ты на меня что там, заклинание какое-то наложил? Или что? Ну, вчера без проблем, а сегодня уже как-то с проблемами это делаем. Вот, отлично, все. Все сделали, что надо. Так, пойдем теперь на ту крышу. Так, человечки, чебуречки. Ага. Ладно, потом за вами приду. Так, что мне здесь надо? Здесь мне ничего не надо. Вообще ничего, от слова совсем. Ладно. Пойдем сюда. Ну, посмотри, бегать за мной он там решил. Не надо за мной бегать. Так. Один чебуречек есть. Так, его скинуть бы надо. А вон корзинка как раз. Зря, конечно, так. Вообще я зря прям так. Так. О, посмотри, бежит за мной. Ерун, завязывай. Иди там со своими играй. Все, я в домике сижу. Там ходит, вот там ходи. Я выход просто забыл, где отсюда. Наверное, здесь где-нибудь. Здесь, по-моему, забор сейчас везде будет, да? А что, ничего нет здесь выхода, что ли? Здесь, может, вот здесь, наверное, пробегу. Да, отлично. Ну, у меня просто фигура стройная, я смогла перепрыгнуть. Так, давай, бежим. Чик, отлично, потушили. Так. Водичку наливаем. Сейчас опять туда наверх прыгать. Что, все наполнился, что ли? Так, ладно, наверное, наполнился полностью. Блин, да что ж ты такой здоровый-то, а, водяной пистолет? Так, я надеюсь, я теперь здесь больше не буду падать. Как непонятно кто. Оп. Так, надо просто отсюда прыгнуть, да и все. Алло, оп. Так, идем. Тушим пожар. Все под ноль затушили. Так, далее. Так, ладно, сейчас вон туда за ребятками сбегаем. Их там как раз трое сидит. Быстренько прям. Так, первый, второй, третий. Так, человечки, чебуречки. Так, а где у нас этот-то? Этот у нас вон где бегает. А их скинуть надо. Так, что, он ко мне бежит, что ли? Не надо ко мне бежать. Добром не кончится. Петрук, завязывай.
Ой, нет, нет! Отлично, я попал. Главное, что я попал. Так, надо найти. Надо найти, в кого залезть. Да где же хоть один-то? Не вижу нифига. Так, все, давай. Где-то возле меня прям ходит. Мне аж потрекивает всего. Вон ушел, наконец. Вот иди там своими делами и занимайся. Да блин! Нет, нет, нет! А я не знал, что это так работает. Он меня еще взял спиной и увидел каким-то макаром. Так, все, он туда куда-то дальше ушел. Пусть там и развлекается. Заодно водички сейчас наберем. Так. Да ё-моё, как я сюда запрыгивал-то раньше? Вот отсюда, наверное. Ага. Так, давай. Ты вообще там рабочий, нет? Или я тебя как-то включал? А я не помню уже. А как я тебя включал? Давай, давай, поехали. Давай, 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 едем, едем, едем. Не останавливайся, сейчас вон бог огня прибежит. Я думал, он мне реально сейчас снизу подпрыгнет, поймает. Нифига он как высоко прыгает. Давай, 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 едем, едем, едем. Едем. Какая-то фиговая стена, тучка. Я тучка, тучка, тучка. Или ты черепаха, я не знаю, что ты такое. Но ты что-то такое интересное. Так, давай. Я не понял, она что, не затушила нифига, что ли? Короче, она начала воду раньше лить и не залила. Это вообще, это фиаско какое-то. Прям пипец какой фиаско. Просто не доехал полметра. Да тихо ты, успокойся. Нет! Не надо, не воруй моих человечков, чебуречков. А все просто, все из-за того, что тучка не доехала, а раньше воду вылила. И мы не затушили из-за этого. Из-за этого весь сыр-бор. Так, ну да ладно. Давайте сейчас в другое место чуть пойдем, сбегаем. С тучкой мы потом разберемся. Так, а он, скорее всего, сейчас спрятал на этот. На стол спрятал человечка. Так, пойдем сюда. Сюда. На тарелочку, наверное, убрал. Не, ну это просто, это баг. То есть все должно было сработать идеально. Давай. Так. Летим. Летим. Все отлично, долетели. Здесь можно было что-то... А, вот. Вот это можно врубить, чтобы сразу сюда еще залетать. Оттуда ниже напора выше становится. Так, ну да ладно. Матрасик нам нужен. Берем матрас. Все, матрас взяли. Побежали. Так, а мы бежим с матрасом. Мы бежим... Не, ну это реально, это просто баг сейчас был. То есть она тучка не доехала, почему-то чуть-чуть раньше начала. Надо ее типа вперед подалгивать, а я думал, что она тушит, а она не тушила.
Так, человечки, чебуречки, давай, вот я вам прям сюда положу его. Давай, тройной тулуп с переворотом. Так, тебе даю 9 баллов, тебе 10, а тебе 5. Оп, отлично. Хоть парочка попала из них. Так, как бы мне теперь туда пройти? Так, где это тупо? Петруха, огонь. Так, он там где-то ходит, ладно, пусть там уходит. Терпеть эту штуку вызывать, опять на ней ехать, да чё ж такое-то, а? Честно, она пока доедет. Он где-то здесь, кстати, ходил, недавно. Ну, такая медленная эта тучка. Ну давай, давай, едь. Не, ну это реально, это потеря где-то просто 4 минут просто из-за бага. Потому что не пришлось возвращаться. Сейчас бы уже все, закончился бы уровень. Я очень много времени дополнительно потерял из-за этого. То есть, может, она раньше начала поливать. И вот такая вот фигня. Так, ну да ладно, как говорится, первый блин комом в себя. Да блин, нет. Давай там, главное, а то сейчас малой допрыгнет, и все, и что мы делать будем? Давай, 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 поедем, едем, едем. А чё? Чё не так-то? В смысле? Чё за ерунда? А, то есть так, самому, да, дотушить, типа? А чё они не выходят-то? Я у них весь огонь потушил. Они какие-то, мне кажется, что-то я вообще с этим моментом застрял, прям что-то лихо. Ладно, пойдем еще водички наберем. Еще польем на здание. Но огонь-то не горит. То есть эта тучка должна была затушить весь огонь сразу. Она почему-то не затушила весь огонь. И на второй попытке, то есть она больше не тушит. Или, может быть, туда надо третьих выпустить, струи. Я не знаю, сейчас посмотрим. Там дом-то уже не горит. Что там вообще происходит вообще, я не понимаю. Куда тушить-то? Ага, и малой вот он здесь, как здесь. То есть реально третий акт, мне кажется, может пройти за 15 минут. Но я здесь сильно застреваю. Причем из-за какой-то ерунды. Да иди ты нафиг, блин! Да все, все, украл ты у меня, молодец. Я не знаю, может быть, это баг какой-то произошел. В прошлый раз я доплыл, то есть она сразу вылила всю воду и потушила огонь. Здесь, походу, мне просто огонь не потушился. И я теперь из-за этого страдаю. Потому что тучка у меня раньше начала все выливать, всю воду. Не хотят же сказать, что мне надо опять доверху добраться и там это пытаться все сделать. Ну это реально ерундовина какая-то. Все, наконец-то. Или может так и надо было, типа там парочку воды вылить. Вон уходит. Не хочу к нему даже подходить. Так, я надеюсь, что он их на столе всех спрятал, человечков, чебуречков. А ну подожди, ну раз уж я вернулся назад. Давай сейчас сразу тогда запрыгнем. На столе должно быть 2 человечка быть. Я, может, не знаю, куда он еще их прячет. Он меня вообще обычно не ловил.
Блин, в прошлый раз играл, у меня, по-моему, всего раз поймал за все время. Одного человечка забрал. Здесь я, пытаясь на максимальной скорости, он меня уже два раза поймал. Ну да ладненько. Ну что могу сказать, бывает, бывает. Вот так где-то бегать, ну бегай там дальше, меня не трогай, главное. Ага, опять меня где-то видит. Зачем ты здесь, кстати, утюг нужен, лом и так далее? Может, разгадать надо как-то эту загадку еще заодно. А, что я тупанутый? А нет, я бы на ту крышу залетел, а не на эту. Так, человечки у нас здесь за столом. Вон и все человечки за столом. Фига он там сколько их понатырил у меня. Трех человечков. Так, надо вон к тому домику бросать. Короче, вот с того домика три человечка. Все, забираем. Больше нет, надеюсь, их в тарелочках. Так, у меня 7 штук. Я и понять не имею, сколько их там внутри. Где Петруха, тоже без понятия. А их тут всего-то должно быть. Всего ничего. Вот сейчас, если не хватит, я не знаю, где искать, честно. Буду бегать по всей карте искать. Надеюсь, хватит. О, отлично. Хоть что-то. Пап, что такое, папа? Как это мама умерла? Папа Васильевич, мы всегда будем с тобой. На ложечку. Да нет, не надо. Пап, ну не грусти, пожалуйста. Петь, не надо стрелять, я безоружна. Так, ладно. Побежали. Так, зомбаки стоят, пусть стоят, в принципе. Кушать не просят. Да чё ж тебе надо сразу 10 от меня? А, малой, чё ты ко мне прикопался? Бегаешь за мной и бегаешь постоянно. Ай, Петруха. Так, ладно, да, давай. Побежали отсюда. А, кранчик не врубил. Точно. Наверх-то залез, а кран, конечно, фига врубать. Давай, Петрух, лезь. А теперь вниз лезь. Молодец. Может, что получится у тебя в жизни. Так, бежим вперед. Врубаем там еще один кранчик. Так, где он здесь? Вот он. И теперь побежали назад. По-моему, здесь, потому что я пока что больше ничего не сделаю. Да, Петрух, можешь меня даже ловить, в принципе. Мне без разницы, у меня мозги еще не найдены. Один есть мозг у меня, да и тот он как бы такой себе. Нифига не шарящий, уже не варящий. Так, полетели.
ну не перелетай. Ну ладно, ладно, перелетели, так перелетели. Что поделаешь-то здесь? Так наверх. Теперь врубаем эту штуку. 25-й. Так, берем коробочку, залазим наверх. Там вентиль у нас как раз будет. Так, сверху, я не помню, есть что-то или нет. Не, ну я реально что-то много времени потерял с этим третьим актом. С этим косячком своим небольшим, ну да ладненько. Так, теперь сюда, прыжок. А здесь проще иногда эту ворона вызывать, да и все, мне кажется, так быстрее я буду назад возвращаться. Давай, давай возьмем, наверное, сразу. Действительно, мы сейчас так сразу и сделаем. Чтоб не летать потом по 10 раз. Так, лом забираем. И возвращаемся назад. Пам-парам-пам-пам-парам-пам-парам-пам-пам-пам. Так, давай, полетели. Вот, отлично. Прям как надо. Так, сюда. Крутим. Так, и эти штуки сразу снимем. Так, ладно, в магазин мы еще вернемся. Так, книжка нам сейчас пригодится. Так, летим наверх. Да ё-моё, как же так перелетать-то? Ладно, давай ему пока книжку поставим и телек включим. Сверху надо книгу еще забрать. Так, давай, мозги. Все, мозги выросли у него, мозги забираем. Мозги нам, кстати, пригодятся. Так, прям давай ровно. Да... Ну давай сейчас вот на этом месте будем время свое тратить и терять. Непонятно сколько. Во! Идеально. С третьей попытки. Так, все, мозгов здесь больше нету. Книга нам это нужна, пригодится. Побежали в магазин. Зин-зин. Зин-зин. Так, в магазине сколько их там? 7 или 8 штук? 8, по-моему, холодильников, если я ничего не путаю. Так, первый забираем. Так, ладно, книгу здесь выложим сразу, чтобы по 128 раз не бегать. Так, второй мозг. Теперь идем за третьим. Так, три штучки. На выходе у меня их должно будет 9 лежать. Ну, учитывая, что я один лишний притащил. Четвертый. Так, вот отсюда забрать. Или я уже забирал отсюда. Не помню. Не помню, откуда забирал, откуда не забирал. Так, забирал. Время, время, время. Ладно, давай с этого ближнего заберем тогда. Пятый. Еще три. Прыгаем, прыгаем, прыгаем.
Шестой. И осталось вот с той стороны еще два мозга. И все, по-моему. Так, а я отсюда, наверное, не долечу. Нет, не долечу, действительно. Так, шестой. Не то. Да чё ж я-то... Чё я вечно маршрут-то неправильно выбираю? Всё не так, да всё не так. Наверное, подустал просто немножечко я. Подустал, Лёшка. Ладно, пойдём в дальний, в самый. Ладно, чё ж здесь поделаешь-то? Вот по логике вещей, то есть по идее, я должен был до того как-то вот ближе добираться. Не здесь поверху идти. Так, ну до этого ладно, сейчас так допрыгнем. Так, седьмой, и остается у нас последний, восьмой мозг здесь. Я вот не помню, сколько всего мозгов мне надо собрать. У меня сейчас будет 9, плюс 3 в машине и 4 в этом. Итого уж, подожди. Да, 3 в скорой, да. Это 17, еще в могилах 2, 18. Все верно, все сходится. 18 вроде их и должно быть. Так, давай переносим туда все это дело. Мы их сейчас не будем внутрь закидывать. Мы их сейчас все в одно место поскладируем, а потом просто перетащим, да и все. Чтобы в случае чего у нас Петруха их не воровал. Потому что я не знаю, куда, когда он ворует, куда он их вообще прячет. Потому что он меня в прошлый раз, по-моему, не ловил даже ни разу. А то если поймает, то вообще как-то печальненько все это дело получится, мне кажется. Так, еще 4. Катись, конечно, отсюда еще, чтобы я потом бегал, тебе искал, фигней всякой страдал. Так, кстати, давай здесь сразу все доделаем, чтобы сюда больше не возвращаться. Так, книгу возьмем, мозг возьмем. Пойдем сейчас наверх залетим. Сверху там сразу все врубим. Все, что надо и не надо. Давай, все выше, выше и выше. Так, где он? Давай. Оп, просто дойти до самого конца и просто перед ним упасть. Наверное, реально я уже что-то слишком подустал за эти дни снимать столько видосиков. Так, давай наверх идем. Ну и куда ты меня кинул? Ты меня наверх должен был закинуть, а не сюда, куда ты меня бросил. Сбоку, сбоку может на него прыгнуть тогда. В принципе, какая разница, откуда я прыгаю. Просто я коряво прыгаю, вот и все. Так, давай идем. Во, взлетели. Так, ту врубили. Давай полетели сюда. Так, запрыгиваем теперь отсюда сюда. Да это только я мог умудриться не долететь.
мозг еще один положит. Так, главное сейчас тогда петрухи не попадаться. А то реально спрячь куда-нибудь. Так. Давай, я призываю вас, зомби. Двигайтесь, двигайтесь. Ищите мозги для Лёхи. Ищите. Ребята, вы что там, 4 человека съели, что ли? Так, ладно, 4 мозга есть. Давай тогда начнем сейчас потихонечку закидывать уже. Так, вот мешок еще есть рядом. Так, раз, два, три, четыре. Вон еще 2 скатилось, все вижу. Что 8 должно быть. Я 8 штук сюда приносил. Что за звуки какие-то странные? Так, раз, два. Три, четыре. Так, не-не-не-не-не, даже не вздумай. Так, зомбари, смотрите, у меня мозги есть. Мозги! Мозги, мозги. Да, мозги. Так, чтобы куда так долго не бегать, я проще долечу. Отлично. Долетели. Так, и все, мне останется, по-моему, 2 мозга, которые находятся у нас в могилах, и все. Если я ничего не путаю здесь. Да нет, нет! Я не знаю, куда он их прячет. В смысле, он у меня все 4 мозга забрал, что ли? Че, серьезно? Мозга забрал, обалдеть. Из рук просто все вытащил, все, что было. И снизу еще что-то. Нет, это все, это фиаско, мне кажется. Куда он их прячет-то вообще? Я даже знать не знаю. Так, один, ладно, под водой нашел. Уже все, все ведь притащил, нет? Появился откуда, взял у меня тут 3. А куда еще дел? Нереально, а куда он еще дел? У меня в руках только 4 штуки было. Ну не в скорую же назад запихал? Нет. И где? Где мне их теперь искать? Мозги! Вы где? Просто взял мне всю малину, сбил. Да вон сверху он, да? Просто с рук 4 мозга пропало. Офигенно вообще. Так, ну не в холодильнике же он их прячет. Как бы далековато, я бы сказал.
Давай, ну давай посмотрим ради интереса. Нету. Нету. Может, специально там самые дальние еще куда-нибудь убирает? В холодильниках нету. Он у меня тут с рук 4 мозга забрал. И куда они делись-то все? Я что-то ничего не понял. Внутри здесь. У меня сейчас. Я нашел где-то их. А может внутри в этой сторожке? Тут тоже нет. У охранника посмотреть. Не, ну это вообще печалите какое-то. Все мозги взял, забрал у меня. Вообще красавчик. Да не, вряд ли, он, мне кажется, где-то там на своей территории прячет. Если прячет, то там только. Здесь тоже нет. Ну, по крайней мере, я не знаю, куда он здесь. Не на телевизор же их ложит. Не, на телеке тоже нету. А там стиралка слева. Внутри нее не может прятать случайно. Давай посмотрим. Уж реально туда куда-нибудь прячет. Это хитрый Петруха. Она даже не открывается. Значит, соответственно, прятать в нее он их не может, мозги. Блин, мне осталось-то просто те выложить и лопатой. Два этот просто из ниоткуда появился и поймал меня. Всю малину меня обоссал. Так, так, так. Лёха, думай, думай, Лёха, куда он мог прятать. А может он это, в могилу назад, я не знаю, вернул. Да нифига он у меня их забрал-то сколько. 8 штук здесь всего лежит. Подожди, я застрял. Давай завязывай. Так, ну я их забирал точно с этого. Они были. Сумочка, которая мне нафиг не нужна. Может, в уголочке куда-нибудь, я не знаю, спрятал. Или здесь, на поверхности. Я не вижу мозгов. Их съел, может быть. Да все, Петрук, давай, давай это, уйди от меня. Ладно, давай лопату возьмем. Раскопаем. Я не знаю, может, он в могилу назад закопал. Мало ли, что у него там в голове. Лопату где взял уже заранее. Давай, давай, давай. Идем, идем, идем. Ну это реально, это фиаско. Просто какое-то жесткое. Где-то должно быть еще место, куда он прячет. Так, запрыгнули. Допустим. Сюда один мозг он спрятал. А еще куда он спрятал? Просто куда-то распихал по каким-то рандомным местам, я не знаю. А я теперь бегаю, ищи, да, собирай. Ну это... В смысле, он прям много куда-то спрятал. Хорошо, сверху посмотрели, нету. Может реально в могилу глянуть? Пойдем вырвем, посмотрим.
Да нет, здесь один всю. Отлично, давай еще застрянем сейчас здесь. Навсегда. В смысле, без 15. Где мешок? Вон ходит. Ну вот и ходи там дальше. То есть где-то по логике должно быть в этой части, по крайней мере. Все, у меня один мозг остался. Это просто сейчас был бы последний, я все прошел бы карту. Ну нет, конечно же. Зачем? Так легко. Давай мы куда-нибудь мозги сейчас будем бегать искать непонятно где. Ну как же меня это накаляет-то, а? Просто куда-то ныкает по всей карте. Вот вопросы, по всей ли? Или вот только по первой территории, где он сам ходит? Ну они сейчас реально хоть где может быть. Так, я не знаю, ну давай на ту сторону слетаем. Шкафчик может туда спрятал. На крышу там, не знаю. Да он хоть куда их мог спрятать? А я теперь ходи, ищи, да? В супермаркете, например. А мозгов нет, ребят? Ну да, вы как-то не особо похожи на то, чтобы они у вас были. В холодильниках идти? Так, это секрет, ладно. Ну не в холодильнике же он назад прячет. Я их, по-моему, уже прочекал половину. Не было там ничего такого. Да там все равно нету, чё толку-то я прыгаю. У деда тоже нет. Нигде нету. Это вообще мистика какая-то. На крышу посмотреть. Но он прям вот на этой территории, мне кажется, он должен все прятать. Потому что он сюда пройти не может, соответственно, должен прятать где-то возле себя. Давай поверху по деревяшкам сейчас пробежимся по этим. Может быть, туда куда-нибудь прячет их. На часовню мы один мозг забрали. Муж реально просто в шкафчик берет, прячет. Нет, нифига, здесь шкафчики. А где есть? Я фиг знает. Я даже примерно не знаю, где искать. Да иди ты нафиг, Петруха, ты мне надоел уже. Чё ты со мной бегаешь постоянно? Чё тебе надо от меня? Под водой где-нибудь еще? Да нет, ну один лежал на кровати и все. Чё ты прикопался ты ко мне, а? Чё тебе жить-то спокойно не даю я. Занимайся своими делами и не бегай за мной. Так, лопата. Да мне лопата и не нужна больше. Так-то. Блин, показалось мозг на секундочку. Здесь нет. Может быть, в том парке, куда я перелетаю? Да это реально вакханалия какая-то. Здесь сумочка только. Могила мамы, типа. Может быть, где-то у этого здания, я не знаю. А как мне туда пробраться? Я туда никак не проберусь. Не ломом же я это ломать дело буду. То есть должна быть у нее где-то какая-то заначка. Вряд ли она где-то на батарее находится. Я вообще не знаю, где она находится. То есть во всех эпизодах везде было понятно, куда он прячет.
А здесь главное вообще непонятно. Он с рук забирает, и такое чувство, что они как будто берут и исчезают. На кровать, за кровать тоже нет нигде. Ничего такого. Петрух, отвали, ты мне и так смысл все испортил. Испоганил всю чумок. С деревьями. Может мне еще они вытащить 4 штуки? Не, ну вряд ли он где-то на батареях, к примеру, прячет. Я что-то прям дико в этом сомневаюсь. Да не нужна мне твоя лопата. По одному мужичку ходишь здесь, ищешь. Как вообще как-то неблагодарно все это дело. Без 15. Это просто место должно быть, куда он 4 штуки дел. Серьезно. Ты куда их сделал? Давай сознавайся. Я теперь бегать искать, что ли, буду? На стулья, может? На стульях не вижу. Их посмотреть. Да это бред какой-то, как бы он туда добрался? Ну на батарее еще здесь нет нифига. Их просто нету. Я что-то понять не могу. Вот реально я что-то недопонимаю в этой жизни. Просто куда-то прячет. Непонятно куда. Здесь, блин, здесь места даже нету. Давай в самый конец улетим. Может быть, в том парке все-таки куда-то прячет. Так, там нету, на батареях. Не, ну смотри, все мозги, которые мы нашли, они находили. Че, серьезно, что ли? Фига ты их куда утаранил. Вообще молодец. Так, я надеюсь, этого мне хватит. Потому что если не хватит, это вообще это фиаско будет. Потому что я буду бегать потом последний еще искать эти и так далее. Где он там? Так, только не попасться ему. Он где-то сзади со мной бежит, походу. Так. О, да неужели? Петь, ты что делаешь? Петя! Без глаза оставишь! Петь, у меня всего 2 глаза! Было бы 400... Петь, ну хватит, Петя! Да что ж ты делаешь такое-то, а? На обед пошли? Пора бы и пообедать! Петя, ты чё такой злой-то стал? Нормально же с тобой игрались. Всё нормально было. Петя, ты что там, плачешь? Петя! Так, все, я галю теперь, да? Так, ну ладно, я так я. Галю, так галю, что ж поделать-то?
Так, бежим. Бежим, бежим, бежим. Так, нифига ты там игрушек натаскал сколько. Все, напорил, наполнил корзиночку. Ну, молодец. Петруха. Так, что-то я как-то далековато улетел. Фига, тут реально корзинка-то полная стала. Так, главное не промахиваться. Не нужно промахиваться ни в коем случае. Оп, наконец-то все включил. Полетели. Так, прыгаем наверх. Все выше, выше и выше. Вот так даже сразу можно, да. Чик-чик-чик. Перелазим. А чё я перепрыгнуть-то не могу? Да мне вниз надо, а я через верх пытаюсь. Да ё-моё. Кстати, кто-то говорил, если, допустим, падаешь, тебе ворона тут же спасает. Давайте проверим. Ворона, спасай меня. Молодец. Молодец, ворона. Да ё-моё, да куда? Все, не надо просто торопиться. Давай, давай, спасай меня опять. Теперь попрыгали. Мы поедем, мы помчимся, мы допрыгнем куда хочешь. Так, наверх. Ну, наконец-то. Петя! Петь, да хватит! Чё ты игрушки мне постоянно забираешь? У меня одна игрушка, сам же знаешь. Петя, нет! Эх, Петя, Петя. Я понимаю, что ты не хотел, но этим уже не вернуть мою жизнь. Такое мое лицо, пока я падаю, ты запомнишь навсегда. Итак, друзья, с вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Вот мы попытались по-быстрому пройти. Да, по-быстрому совершенно не получилось, потому что, во-первых, я в третьем акте застрял. Я не знаю, почему дом не потушился полностью. Насколько я помню, вроде с первого акта, первый раз, когда я проходил в третьем акте, у меня полностью тушился дом. Хотя я могу ошибаться, в принципе. И то, что меня поймали в четвертом акте, я просто не знал, куда он вообще, в принципе, прячет все вот эти мозги. Я очень много времени потерял на этом. В принципе, думаю, что реально менее чем за час пройти, если еще какие-нибудь здесь, я не знаю, баги заюзать, то это будет еще проще, мне кажется. То есть, понятное дело, что где-то я косячил в каких-то там моментах и так далее. То есть, можно было урезать прохождение еще минут так на 20-30. Кстати, ребят, если, допустим, проходить с подсказками, как я понял, там вставляются маленькие катсценки во время прохождения, которые в обычном режиме они не вставляются просто. Я еще помню, когда посмотрел какой-то ролик, там, где ставит подножку. Как вы могли видеть в этом ролике, брат не ставил нигде подножку. Потому что, потому что у меня просто выключены подсказки, вот и все. Думаю, можно будет еще перепройти еще разочек. Включить подсказки, уже на все на это дело посмотреть, конечно же. Я почему-то сразу об этом не додумался, потому что проходил без них. Вот, такая вот у нас... история. Ждем третью часть, ребят. В общем, что думаете, ребят, пишите в комментариях. Я думаю, что все уже посмотрели, сейчас пересмотрели уже.
С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Ребят, не забываем ставить лайки, ну, либо там дизлайки, оставлять комментарии, соответственно, подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы всегда знать о выходе новых видео. Сегодня, может быть, еще сниму один видос, пока не знаю, ребят. На этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Всем удачи, всем пока и всем, ребят, отличного новогоднего настроения. Хотя до Нового года еще у нас довольно-таки долго. 3 неделечки осталось. А пока можете посмотреть, как Васильич закапывает меня, как я падала с крыши. Все, все, хватит смотреть, тут куча ворон, видите, копает он. Не, вот, вот, вот так всегда, один человек вот работает, остальные все смотрят, как он работает. Все, давайте, хватит тут через щелочки подглядывать за Васильичем. Так, ну и что сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин, однозначно, потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик и жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лехи Смертника повышает вашу потенцию, а если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.